Это снова Игорь. Давайте посмотрим, что у нас сегодня на завтрак. Это сосиска в тесте снова. Беляшек. И на этот раз слойка аппетитная. Ее так в магазине называют. На самом деле это слойка с ветчиной и сыром. Вот видите, тут ветчина и сыр. Вот такой сегодня у нас завтрак. И тархун, господа. Всем приятного аппетита и до свидания.